Посмотрите, получился прям точь-в-точь цвет авокадо, согласитесь. Просто я не знаю, почему мне именно конкретно мне нравится вот такая вот текстура. Я этот слайм решила оставить для себя, а тот слайм подарю кое-кому. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем достаточно необычное видео снимать для моего канала. Я такое еще не делала. Мы сегодня с вами будем делать слаймы по трендовым каким-то вещам в лайке. То есть не по самим трендам, а по тому, что популярно. Какие-то предметы, например, акула из Икеи или подушка авокадо. И еще куча вещей есть. И я хочу с вами сегодня сделать такие слаймы на эту тематику. В этом видео мы сделаем 2 слайма. Если хотите следующей части, то ставьте пальчик вверх этому видео. И давайте скорее начинать. Но не забудь перед началом этого видео обязательно подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. А также активировать колокольчик, который находится рядом. А теперь начинаем! Первый слайм я буду делать всеми полюбившиеся подушечки авокадо. Эта подушка есть почти у всех лайкеров, в том числе и у меня. Мне ее подарили. У меня она гигантская, даже не влезает в кадр, но вы понимаете, да? Она у меня есть, и я ее обожаю. Она очень большая, очень маленькая, я ее люблю. Есть также игрушки авокадо маленького размера, и я была бы не против еще и завестись маленьким авокадо. Итак, давайте подберем для этого слайма добавочки. Ну, во-первых, я просто не могу не взять сюда Фима авокадо, конечно же, как же без них. А теперь будем под них подбирать добавки, чтобы получился, ну, как бы не просто слайм с авокадо с одними. И мне кажется, мне стоит будет потом еще вазу вот эту заменить, потому что я уже столько пузырьков сюда впихнула, уже не так классно будет выглядеть. Я в этот слайм также решила добавить вот такие вот звездочки зеленого цвета. Я думаю, либо я буду добавлять вот эти звездочки, либо вот такой стик Elmer's с блестками. Мне кажется, что я все-таки остановлюсь на Elmer's, ну посмотрим. Он как-то больше по цветам походит к авокадо. Также я хочу добавить вот такие очень красивые бусинки. Они очень классно подходят к любым клеер слаймам, да и клауд тоже. Ну и я думаю, что возьму еще зеленые маршмеллоу шарики. Так, думаю, мы с вами определились. Кстати, пока мы тут с вами размышляли, в принципе, все пузырьки еще и вышли из слайма. Но я все-таки возьму другой кусочек. Этот потом как-нибудь использую. Сейчас я отмерю 125 миллилитров. Такие слаймы, кстати, можно сделать для своей подруги, например, или для кого угодно и подарить на Новый год. Не знаю, если кто-то хочет, например, подушку авокадо себе, можно подарить подушку авокадо плюс слайм с таким же дизайном. Главное это найти такие же добавки, ну, например, я продаю вот, например, посыпки авокадо, что самое главное. Итак, давайте сейчас сделаем вот как. Я хочу разделить этот слайм еще на 2 части. Это пока что оставим, а этот сейчас быстренько красим в зеленый цвет. Как раз таки у меня есть оттенок красителя авокадо. Замешаем краситель, сейчас аккуратно, я сделала темный цвет, потому что у нас наполовину слайм будет прозрачный, наполовину вот такой вот. Посмотрите, получился прям точь-в-точь цвет авокадо, согласитесь. Дальше, сейчас мы добавим по отдельности в прозрачный кусочек слайма блестки и в, ну, в окрашенный. Кстати говоря, при том, когда я добавляю такой Elmer's, слайм приобретает небольшую, ну, немножечко так, оттенок текстуры Elmer's'а. И это очень круто. Так, отлично. Закладываю этот кусочек в баночку пока что, чтобы он не мешался. И сюда тоже замешаем сейчас блесточки. Кстати, да, ребят, я перезагущаю специально слаймы. Конкретно у моих слаймов текстура такая, что они такие достаточно твердые, они иногда рвутся. Просто я не знаю, почему мне именно конкретно мне нравится вот такая вот текстура. Тем более мой клей это позволяет. Мой клей невозможно так сильно прям что перезагустить, чтобы он был, например, как просто кусок резины. Вот максимальное его перезагущение это вот такая вот консистенция. И я ее просто обожаю. Так, с посыпочками что мы решили? Я добавлю вот так вот сейчас сюда эти бусинки. Они потом, конечно, опустятся, но... Это немножечко обидно, я насыплю сюда много этих бусинок, чтобы прям был такой слой. Отлично. И теперь вот этот вот слайм. А сверху посыплю авокадо.
отлично. И вообще у меня где-то, помню, был когда-то такой шармик авокадо, прям очень реалистичный, но, к сожалению, они у меня закончились. А шарики я решила не добавлять, потому что будет без них лучше. Ну, как по мне, вы можете сделать на свой вкус, добавить любые посыпки, главное, чтобы они сочетались друг с другом и приблизительно подходили под цвет авокадо. Это будет вообще шикарно. Я просто положу сюда шармик желейного мишки, потому что ничего оригинального я не придумала. Ну, честно, было бы у меня авокадо, я бы положила его. Снизу очень красиво выглядят эти бусинки. Давайте закроем сейчас этот слайм крышечкой. Так, закрываем. Вот так вот видно, я не знаю, не видно на камере, но мне очень нравится. Такой вот слайм у нас с вами получился. Переходим ко второму. Второй слайм я решила не упаковывать в баночку, потому что все равно я с ним сейчас буду играть. Я этот слайм решила оставить для себя, а тот слайм подарю кое-кому. Итак, этот слайм мы сейчас будем делать в разрезе, знаете, такая одежда недавно появилась, курточки, штаны. У меня лично есть штаны такие, которые светятся при вспышке или при каком-либо освещении. Я просто обожаю эти штаны, но они очень классно выглядят при съемке видео, но когда в жизни в них ходишь, они просто серые, я такие на улицу одевать, конечно же, не буду. И сегодня я попытаюсь сейчас добиться такого же эффекта. Мне кажется, что у меня не получится, но попытка не пытка. Это будет такой небольшой эксперимент, я не знаю, получится или нет, но в любом случае, мне кажется, красиво должно быть. Этот слайм будет просто максимально простым, и что я сделаю? Я добавлю сюда просто кучу серебряных блесток. Я не верю, что у меня получится сделать такой слайм, но если получится, то это будет просто хит. Надо найти какую-то такую штуку, которая бы светилась также при вспышке. Но это уже очень красиво, вау. А почему так приближено? Что это такое? Боже мой. Я не знаю, вы это видели все приближенным или нет, но вот так вот это все выглядит. Я не до конца поняла, что сейчас произошло, ну ладно. Надеюсь, это такой кадр был недолго. Если что, то извините. Вау. Это супер блестящий слайм. Это просто банка серебряного блесток, понимаете? Целая баночка. Так вот он хрустит. Так вот тянется. Вау. Просто слайм-дискотека, реально. Так, ну давайте попробуем посветить на него вспышкой, может получится. Он может быть и не светится, но просто посмотрите, насколько же круто он переливается. По-моему, выглядит это просто шикарно. И такой слайм подарить на Новый год, знаете, просто можно купить какой-то любой прозрачный слайм, либо купить клей какой-нибудь хороший, чтобы получился прикольный слайм по текстуре, и добавить просто серебристые блестки. Будет такая красота, мне нравится. Очень красивый слайм. Обожаю его. Вот с ним я реально буду много играть. Оставлю его себе. Шикардос просто. А если из него пузырь надуть? Гламурный пузырь, посмотрите. Шикарно. Этому слайму я ставлю просто палец вверх. Ну, голосуйте, ребята. Какой из этих двух слаймов вам понравился больше? С авокадо или вот такой вот? Я, наверное, все-таки проголосую за вот этот вот серебристый, потому что, ну, это круто. Ну, я вам уже сказала, что больше всего мне понравился вот этот серебристый слайм. Он реально крутой, причем если, например, поставить вот такое вот какое-то освещение, то он именно вот таким вот цветом и светится. Я попробую найти какие-то такие штуки, которые могли бы светиться при вспышке, но не обещаю, что я смогу такое найти. Это было бы классно. Ну что ж, и на этом данное видео подходит к концу, и я очень надеюсь, что оно вам понравилось, и если это так, то не забудьте его обязательно оценить. Пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если до сих пор не подписан. Также не забывай о том, что есть в других соцсетях, лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас поздравляю с наступающим Новым годом, встретимся с вами в следующем году, и всем пока-пока, люблю вас!